Приём-приём, леди и джентльмены, на связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня мы вместе с Леской и Нубиком стали самыми настоящими миллионерами в Майнкрафте. Нам подарили вот такой офигенно крутой большой остров, на котором находится огромное количество богатств, каких именно мы сегодня узнаем с вами уже в этом видео. Но ты прямо сейчас не ленись и поставь лайк под этим видеороликом. Один лайк равно один бриллиант, и чем больше лайков наберется, тем больше бриллиантов ты получишь. Кстати, а что бы ты выбрал? 1 миллион долларов? Или какой-нибудь один здоровенный бриллиант. Интересно, что бы стоило дороже? Пиши в комментариях под этим видеороликом. А также те, кто из вас еще не подписан на канал, не стесняйтесь и нажимайте на красную кнопку подписаться. Не забывайте сделать то же самое на канале Лески. Ну что же, устраивайся поудобнее, заваривай чаек, мы начинаем. Приятного тебе просмотра! Кажется, мы с вами уже подлетели к тому самому месту, где нас должны вроде как встречать, либо не должны встречать, я не знаю. Короче, нам сказали то, что нам с вами подарили целый остров, то есть мы теперь владеем просто огромным количеством богатства и... Я не знаю, тут это просто что-то очень гигантское. Посмотрите на эти гигантские бассейны. Вот именно здесь бассейны просто больше, чем море, наверное, целое. Либо чем реки там и так далее вообще. Так, стойте, смотрите, а что это за здание тут начинается? Ну-ка, 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 ну-ка. Офигеть, оно здоровенное. Погодите, это отель, что ли, какой-то, или что это вообще? Может, это какой-то ресторан или что-нибудь там? Может, это магазин огромный? Похоже на какой-то отель, как будто бы, я не знаю, что это такое. Как будто, вот здесь какие башни, это какие-то дозорные вышки, что ли, я не знаю. Так, сейчас, погодите, давайте долетим до вертолетной площадки. Там где-то нас должен ожидать сундук, как мне тот чувак сказал. И в этом сундуке будет уже что-то написано. И что там будет написано, мы с вами прямо сейчас и узнаем, короче. Так, давайте спрыгивайте пока что побыстрее. Так, опа, эй, давай, всё, вертушка, сажайся уже наконец-таки. А вот ай, у меня сносит в сторону, давай, погоди, давай. Так, Нубик, я не могу вертолет посадить, меня куда-то... Все, так, все, все, так, становись, вертолет, все, стоять на месте. Все, остановился, по-моему. Так, ну что, давайте смотреть, что у нас тут есть. Так, кто-нибудь читайте задание тогда, там что написано, я пока посмотрю, что это у нас тут. Давай задание прочитаю. Ага, так, стоп, у нас тут... О, камера видеонаблюдения, прикольно. Смотри, Шеди, ну, Леска, добро пожаловать на остров. Теперь он принадлежит вам. Здесь есть много чего интересного. Чтобы вам не было скучно, вот вам задание. Смотрите, найдите 6 супертачек. Узнайте, для чего нужны листочки с цифрами. Так, листочки с цифрами. Смотри, третье, найдите хранилище удачи, смайлик. Все. И тут еще куча, короче, денег валяется. Не знаю, зачем они нам нужны, потому что, по сути, что мы будем здесь покупать, если весь остров принадлежит нам? Мы можем делать здесь просто все, что захотим. Итак, первая особенность, которую я заметил. Ты сколько сказала супертачек надо найти? 6, по-моему. 6. И у меня ровно 6 листочков кодовых. Это, наверное, не просто так. Так, ладно, в любом случае, давайте реально пойдемте осмотрим остров. Я, кстати, первую машину, по-моему, уже вижу, она прямо возле входа стоит. Так. Как нам надо куда с вами идти вообще? Вот в этом... Слушайте, как можно смотрите здесь ориентироваться? Это же невозможно просто. Аккуратнее а вы куда? В смысле, куда спустились? Я упала с бортика. Здесь же вот спуск есть на лестнице. Да, спокойно знаю, можно спуститься. Что вы делаете? Я же не могу нормально спуститься, так, вы же знаете меня. Ладно, ну, ладно, знаем, ладно. Давайте так, сюда, ко здесь мне можно, смотрите. А здесь, кстати, реально можно вот... нет, погодите, вот это была ошибка. Вот это делать точно не надо было. Слушай, я упала, так делать точно не надо было, по-моему. Так, кстати, я вот так... А вот, не, вот отсюда уже можно легко долететь. Здесь, как бы, да, здесь уже без проблем. Так, Леска, ты где есть? Я спрыгнула, фонтан. Так, побежали. Побежали, посмотрим, что там за супертачка у нас такая. Так, Нюбик, мы все вместе должны двигаться. В смысле, кот, ты постоянно бежишь, я тебя не понимаю. Реально, успокойся уже, наконец-таки. Так, у меня восстановится немножко здоровье, а то я тут так упала. Так, слушайте, это у нас Роллс-Ройс тут, получается, стоит. Все, я пешком, пешком я больше не хожу. Как бы, вы ходите сами пешком, давайте. Я поехал на машине, буду теперь кататься. Нюбик, вылет... слышь, тут это только для двоих. Для одного, вернее, тут вообще только эта машина. А, ну еще тогда, подожди. Нубик, выходи давай из тачки. А мне-то куда? Постойте. О, все, вышел. Так, ой, я еще одну тачку нашел. Иди сюда, подождите, да, спортивная какая-то, короче, желтая прям. Так, 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 погоди. Да, остров действительно необитаемый. Несмотря на то, что он вроде как элитный супер, но действительно он полностью весь необитаемый. А, нет, есть в ресторане люди есть. Я думала, мы вообще тут одни. Короче, давайте, берите машины, будем на тачках теперь гонять по этому острову. Так. Рядом, а я кстати, знаю, где еще одна машина. Нубик, помнишь, ты про красную тачку говорил? Она реально где-то здесь недалеко. Погнали туда, за той машиной, короче. Давайте, едьте за мной тогда. Так, я не знаю, что можно тут еще поделать. Так, Леска, погоди, что еще раз было в записке написано? Что еще надо найти там, кроме тачек, еще что-то там? Что-то хранилище какое-то.
А, хранилище даже какое-то есть. Слушай, а может, погоди, это 6 кодовых писем от хранилища получается? Может быть, там какие-то зашифрованные, закодированные. Так, едем. Где? О, Леска, давай забирай меня на тачку. Так, итого мы с вами нашли 3 машины, еще где-то 3 тачки. Надо объездить все и увидеть. Так, ну мне что-то подсказывает то, что надо либо в отель забежать, хотя как может машина в отеле стоять? Типа... Либо нужно за здание куда-то, наверное, заехать. Подожди, может быть, открытая парковка какая-то? Да, возможно. Давайте за здание заедем, посмотрим, что позади этого гигантского здания находится. Так, я вон по левой части объеду как-нибудь. Ну, давай, Нубик, аккуратнее, ты что сейчас в дерево вот как впишешься там, и все, не отпишешься потом. Сейчас какой-нибудь полицейский выйдет, точно нам штраф выпишет. Да нет, что, никто не выйдет. Наш остров, тут вообще никого нет, кроме нас. Я налево поехал, вы где есть-то вообще? Алло, у кого пропали-то? Налево уйду. О, Леска, у тебя машина спортивная? Стоп, что? Погодите, я нашел что-то, по-моему. Так, стоять. Так, машины потом забирать не забывайте, если вы их найдете. Ладно, так. Я за зданием нашел машину. Я нашел, короче, ламбу в камуфляже. Прикинь, Леска? Ламба в камуфляже? Я теперь на ней буду ездить, это точно, это мое. Это вот так, все, поехали. Поехали, это мощно. Синюю нашел? Синюю? За зданием, за вот этим синюю, отелем. Серьезно? Ну-ка, погоди. Дай, ой, тут так, кафешка резко начинается, тут разгон надо взять кое-что, чтобы перелететь через это все дело. Ну-ка, покажи, что там у тебя за машина. 5, а уже я здесь, я рядом с тобой. Покажи еще, какая у тебя... Вот. Ну-ка, тоже ламба, да, получается? Подожди, ты куда, за остров заехал? О, так, за остров. Так, где, Нубик? Да, я сзади этого дома. Где, Нубик? Так, подожди, я по каким-то пескам... Я не вижу, в смысле. Я ничего не вижу, прикинь. Дай мне машину свою. А, подождите, подождите. Нет, зеленую, которую. У тебя не синяя, а зеленая вообще-то. Опа. Леска, где просто... она у тебя? Не капец знаю. Какой-то. В смысле, не знаю, Нубик. Подожди, куда может быть, она пропала он вообще? Я не знаю, Роза что он делает. Погоди. Что-то очень непонятное Нубик делает вообще. Так, ладно, Леска, хорошо, давайте посмотрим. Стойте, погодите-ка секундочку. А что там в туннеле? Стоп, так там зеленая тачка же стоит, еще одна ламба вообще-то в этом тоннеле. Нубик, а ты чего? Так, ну-ка. А как ты ее не заметил-то реально? Так, давай. Нубик, и да, что ты реально пешком-то гоняешь? Так, ну-ка. Давайте, сейчас я заеду в туннель. В принципе, это что? Ой, это у нас, по-моему, Ламборджини Хуракан называется, а вот это Авентадор. Слушай, есть, вот я, конечно, машина, разбираюсь. Вот так, просто... Леска, у тебя вообще Феррари, да, судя да, по всему? Феррари. Так, ладно, давайте я предлагаю тачки пока что заберем, в карман их положим. Давайте, так, стойте. Все заметили то, что возле входа в этот тоннель почему-то знак кирпича висел. Почему, интересно, если в этом... Точно! Слушай, а может на быть... этом острове миллионеров. Подожди. Можно что угодно делать вообще. Странно, да? Так. Что кирпич, они, например, тупые. Нубик, вылезай из машины скорее. Леска. Так, Нубик. Что я, ты? Я застрял пяткой. Ой, все, короче. Остров не только слушай, миллионеров, но и какой-то мистический остров. Мистический короче, я не знаю, что это вообще. Так, стой, погоди. Ну а что? Куда мы пойти-то? Нубик, ты где вообще? Погоди, я не понял. Нубик, да что за фигня вообще? Ой, о, Нубик, ты здесь что ли? Да что? Я уже здесь. Ты откуда появился? А, кстати, ё-моё. Вот так она у тебя и была все это время. Слушай, она же зеленая, по-моему, нет? А не синяя, как ты говоришь. Какая-то, короче, непонятно. Вот цвета, знаю, ладно, в общем. Так, стойте. Что? Стойте. Мне сказали пойдемте то, что гулять. Мы на острове одни находимся, я не понял. Это... Ой, там люди. Тихо, назад отойдите, я не понял. Почему так. У них маски надеты? В смысле, не знаю, может, это посмотри, Леска, я не знаю, мне кажется, либо... Ой? Они в масках стоят. Дайте... Они с оружием в руках стоят. Да где вы видите это? Вон справа стоят в масках, не видишь, что ли? Прямо вон справа. Вижу. Yes. Они как-то так, вот, в тоннель уходим, в тоннель, там. Короче, давайте сюда быстрее. Так, так стоп, что подождите, вообще это такое? Ну это бред какой-то, может быть это сотрудники просто, садовники там, не знаю. Какие, в смысле, ну, в масках и с дробовиками, что ли? Чем они, дробовиками, что ли, картечью там? Дробовики я, кстати, так, стоп, не видела. А что нам с этим тоннелем делать? А зачем мы сюда, это какой-то хлам вообще, я не знаю, какой-то хлам реально. Идиот, Леска, ты поранилась, что ли, я не понял. Что-то у тебя эта царапина, короче, что-то жесть какая-то. Короче, ладно. У меня, кстати, так. Здоровье так что-то я. Стоп, смотрите туда, так, наверх, куда? Вон туда. Так, погоди. Туда как-то залезть можно? Что? Точно, погодите, в смысле, это возможно? Как? Может, через вначале? Этот шкаф? Так, стоп, погодите, ты залез, что ли? В смысле, как ты залез? Погоди. О, реально, смотри, через ручку. Ай. Через ручку залезайте вот так вперед. Да, да, Нубик, давай, толкайся. Опа. Так, перепрыгивай туда. Давай, опа, аккуратней. Так, давай. Леска. На любой у тебя получается? Можно? Опа. У тебя не получается, Леска? У меня получилось. Не пойму. Я, походу, хранилище нашел, прикиньте.
Что нашел? Так, хранилище. Так, Нубик, стой здесь пока, никуда не делись. Иди сюда, смотри. Подходишь так к ручкам вот так, и вот так на эти ручки запрыгиваешь. Да, все, прям посередине. И у тебя получится сразу ближе это сделать. Ближе к левой ручке, да, о, вот все получилось. И давай смотри, теперь сюда. Прям сюда. Не-не, лучше вот сюда, Леска, туда, где я стою. Там прыжок будет, стоит? Ты будешь головой биться постоянно. А, давай еще поняла. Раз. Всё, короче, давай. Я уже не могу биться, так, мне уже больно. Пока эти люди не идут. Короче, ладно, если что, мы выйдем. Так, запрыгивай. Запрыгивай. Так. Опа. Молодец. А, так тут дверь есть. Тут дверь есть. Слушайте, тут можно шкаф пододвинуть вообще. Слушай, вот тут мы изобретали, да, велосипед? Так, я открываю. Так, внимание. Давай, навались на дверь. Все, навалитесь на дверь. Давайте. Давай, боком, спиной. Так, раз, два, три. Ой, о. О, закрывайте. Вот местечко мне нравится. Вот это мне нравится. Так. Зачем их тут так много, интересно? Так, что? Слушайте, посмотри, сколько тут всего это лежит. Это просто нескончаемые какие-то богатства, боже мой. Откуда они? Мне просто интересно, откуда они физически все это достали вообще? Как это возможно? Как сюда все это перевезено было, да? И вообще сюда пришли. Кстати, стоп, а что если действительно нам сказали то, что берите этот богатый остров, а сами тут на самом деле постоянно бандиты были? Я что-то не очень понял. Кстати, на самом деле, реально же странно, откуда он тут такой? Короче, ладно, а что вот это за золото, интересно, такое? Такое витое какое-то все, не знаю, какое-то красивое. Может быть, что-то... Ну что, достать? Смотрите. Это что такое? Дверь. Там еще одна дверь какая-то. Смотри, сундук. Там что в сундуке? Сундук пустой. Так, а вот... Слушайте, а вот эта дверь не поддается. Берите, давайте кирки и ломайте, короче, вот это золото. Что-то мне подсказывает то, что тут как совсем какое-то очень даже необычное вообще хранилище. Почему, кстати, так они это прятали все от нас? Даже ничего не сказали. Я не знаю. Про хранилище нам было сказано найти его. Мы, по-моему, с задачей-то этой справились. Так, стойте, погоди, Нубик, отойди в сторону. Так, у меня почему-то не открывается дверь. Я не могу. Я так, может быть, вот эти... Не поняла надо... вот с этими... О! Ой, а как так я открыл? Вот молодец! От кого эти листочки, слушайте, я понял. О! Так, давайте подбирать. Так, только что, куда, к какому, я тут не знаю, честно говоря. Давайте начнем методом, так скажем. Смотри, давайте, каждый проверяйте первый код. 55-65. Поехали. А? Так, 55-65. О, прикиньте, у меня я к первому сундуку сразу подошло. О, я тут, короче, оружка лежала, прикиньте, патриков куча. Так, давай. Следующий код, 44-33. Давайте. 44, пробуйте, короче. 33. Так, я пока это уберу, короче, придется, походу, от бандосов реально защищаться. Нет, мне не работает дальше. Так, а ты все проверил сундуки? Нет. Да, так, тоже никак. Это сюда. Более даже вместить это все не могу. Так, этот код у я уберу. Хотя нет, пускай у меня уже будет. Отлично. Так, тогда в таком случае, следующий код, говорю, это будет 90-98. Я тоже сейчас проверю. 90-98. Так, 90-98. Не подошло. Так, 90-98. Не подошло. 90-98. Не подходит, ничего не работает. 90-98. Есть, я нашел, Нубик. Вот этот крайний левый, открывай, это твой сундук. Там, короче, тебе оружка лежит. Все, бери. Так, следующий. 90-09. Поехали. Так, 90-09. Не подошло. Есть, золотые яблоки, я беру всем. Что там? Золотые яблоки. Да. Все, нет, Нубик, это... О, да, Леска, кстати, от тебя оружие, если что. Нубик, какое-то оружие тебе суперское нашел. Давайте я вам эти яблочки отдам. Нет, так, сейчас, я пока что все это уберу. Так, Леска, хватай пока что, короче... Хватай все яблоки. Так, и надо проверить еще все оставшиеся сундуки. Слушай, то, что мы сейчас не проверили. На всю жизнь хватит, по-моему. Так, осталось два кода. 1-1-2-3. 1-1-2-3. Не подходит. Наверное, вот этот. 1-1-2-3. Да, есть! Слушай, тут дымовух всяких, осколочных много. Берите Слушайте, себе тоже. Меня пугает. Я просто что-то... Я очень много патриков взял, и у меня просто уже гранаты даже не вмещаются вообще никак. Если одну взял, у меня больше некуда реально все это дело девать. Ой, даже. Спасибо, я не знаю, что с этим делать. Да, так, какая же у меня пушка передала крутая. Так и последняя. 46-78. Это, наверное, вот это. Ха, ну что, нет, уже, стоп, давайте, это там, не это. 46-78. Так, нашел! Так, берите, сюда, берите, я, короче, костюм выкидываю, тут костюм ниндзя самый настоящий есть, прикиньте. Как, 46-78? Нет, я уже открыл его. Берите, вот же, зачем я скинул все. Леска, вот у меня нет, твой костюм случайно забрал, возьми. Не, это мой костюм, есть. Давай, Нубик, сюда его мне передавай. Я пока что штаны возьму. Штаны чьи-то давай попали, и шлем. Это Леска, мои, я вы можете их себе не давать. Отойдите в сторону. Нубик, ты тоже головой думай хотя бы немного, куда ты бросаешься. Так, сейчас я это все дело возьму. Так, кому? Так, задание можно убрать.
И что, где все вообще, я не понимаю. Так, стоп. Штаны кто берет? Так. Есть мне леска. Вот, зачем вот все это постоянно подбираешь? Я вас не могу. Лубик, ты зачем подбираешь постоянно? Ой, дай мне уже штаны наконец-таки. Я случайно подобрал. Боже мой, с кем я здесь нахожусь? Давайте все остальное. Шлем там и все вот это то, что есть. Ботинки. Все, готово. Все, пойдемте, короче, с бандосами справляться. Погодите, яблоки есть у всех? Дверь надо яблоки это есть? Еще вот так все спрятать. У меня яблоки есть. Подождите, меня яблоки есть. Все, я выхожу пока что потихонечку. Так, я пошла тоже. Пойдемте за мной. Все, пойдемте за мной, же, двери ну, все закрывайте. Ты вообще знаешь, как смотришься у тебя так, эти очки? Так, прям так ты видны. Тоже, вы тоже смотритесь, вас просто не узнаешь на самом деле. Так, сейчас все вот это закроем. Резко, все, погнали, супер, погнали. Прям короче, как зададим их по полной программе вообще. Да, давайте прогоним. У меня нет дымовой. Что за ерунда? У меня дымовой нет никакой. Да, реально, давайте пойдем все прогоним. А то что они вообще тут делают? Я понять не могу. Это главный остров наш. Ну-ка. Сейчас я с этой пушки просто так. Я перебегаю туда пока что прямо добегу. Так, Лубик, давай вали бандосов там всех этих. Так, все, они идут уже. Смотрите, стрелять начали. Аккуратней. Лубик, аккуратней. Есть, готов. Этот готов. Так. Опа, сюда идет голубчик. Сюда иди, давайте, голубчик. Закидывай ракетами все, побольше его. Это... Сейчас мы за наш остров тут все просто покромсаем. Так, нать вам там. Куда ты в меня кидаешь? Ты что, с ума сошел, что ли? Лубик, я свой вообще-то. Давайте, взял, так. Короче, в меня, прикинь, кинул. Я чуть уже не отправился, блин, в далекое путешествие. Ты даешь, конечно, Лубик. Так, зачем давайте, ты в меня-то это кидаешь? Подожмем. Так, леска, давай, стоят. Погнали, не отставай. Сейчас так, пойдемте. Давайте. А так, там же бандит я пока... стоял. Где? Там, куда я кинул гранату. Лубик, уже тысяча лет прошло с того момента, как вы перестали это обсуждать. Ты еще до сих пор так, это обсуждаешь. Что с тобой не так? Меня. Я не понимаю. Здесь оказалось. Вон сейчас они спереди стоят, давайте не расслабляйтесь. Так, вы направо ушли, да, потому находится. Что у меня тут... Так. Дымовая завеса еще произошла. Парочка человека, и в принципе-то будут уже все... О, аккуратней. Так, на тебе, получай. Так, еще. Мне главное... Не вижу вас, где вы? Мне главное интересно, откуда они здесь появились, потому что на самом деле изначально тут ни машин, вообще ничего не было. Сейчас они... Они, значит, здесь были, ну здание большое. Слушай, нет, там, прикинь, там машины реально появились. То есть они как приехали? Будто бы на каких-то машинах здесь были. Вон там тачки стоят. Так, здесь. Бандитов не вижу, так, не вижу ой, вас. Сейчас я перезагружусь. Скажите, пожалуйста, куда вы ушли? Давай, Нубик, добивай их, тут вообще ни о чем осталось. Аккуратнее, есть, добили. Так, черную машину с желтым вижу, вы там? По-моему, да, мы там. Мы там. Так, конечно, не наша. Вот именно, я тебе говорю то, что они появились на каких-то так, непонятных вижу, тачках. Вижу, аккуратнее, давайте. Так, о, Леска, привет. Так, привет. Слушай, так, все, ну что ли, получается? Еще? По-моему, все, я не знаю. Слушайте, тут на самом деле этот остров богатый в себе хранит, что капец, как много всего интересного, каких-то и расслабляться тут много, точно да? не стоит. Возможно, тут какие-то еще хранилища есть. Я не знаю, но мы это мне обязательно кажется, узнаем. Есть. Фух, друзья, в общем, как-то так у нас сегодня получилось. Несмотря на то, что мы попали на этот остров, у нас сразу кто-то попытался все это отжать, но мы этих бандосов победили, и думаю, то, что теперь этот остров 100% наш. Ну, а на связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.